Владимир Сапрыкин. «Подлость и бездуховность», читает автор. Чем мне душу закупорить, чтоб она молчала? Чем мне душу успокоить, чтобы не кричала? Невозможное в России может быть возможно. Бездуховность, не мессия, заменить несложно. Сложно, если бездуховность – это норма жизни. С бездуховностью и подлость прижилась в жизни. Подружились, верховодят, душу мне тревожат. По Руси в обнимку ходят, ворожбу ворожат. Чем мне душу закупорить, чтоб она молчала? Чем мне душу успокоить, чтобы не кричала?